Приветствую, друзья! Сейчас мы протестируем вот такой фильтр Аквафор российского производства, переносной фильтр, который состоит из картриджа, системы трубочек, помпочки, вот такого переходника, который одевается на бутылку. Вот так вот. Сюда наливается грязная вода, сверху фильтр, картридж и вот эта трубочка потом в пустую бутылку. Я не буду углубляться в характеристики технические, это все можно прочитать будет. Сейчас мы протестируем, наберем воду из речки с кумом с моим и попробуем ее выпить. Привет, друзья! Сейчас мы будем испытывать вот этот бульбулятор, переносной фильтр Аквафор. Это мой кум Саша. Разрешите представить. Значит, сейчас мы набираем грязной воды сюда, из речки Северный Донец. Больше половины. Причем она очень грязная. Еще, еще. Нормально? Да, ну. Сейчас я покажу поближе. Чуть ниже опусти. Держи так. Куча системы трубочек разных. Значит, одна трубочка опускается сюда, ниже опусти, чуть ниже. Во, сейчас будем качать. Видно. Значит, сейчас мы грушей накачиваем грязную воду, литруем, и сюда должна чистая течь. Плотно закрутили. Здесь у меня еще к тому же бактерицидный картридж, поэтому, ну, теоретически можно пить даже не кипяченую воду. Сейчас мы немножко хотя бы визуально сравним. Стой. Даже не знаю, будет видно или нет. Но справа фильтрованная, слева с речки. Ну, я, допустим, вижу, что с речки она такая желтоватая, а та, которая фильтрована, уже полностью прозрачная. Но я сейчас даже попробую выпить. Это я.
ничем не отличается от воды из-под крана. Никаких средств спасения, кроме нас самих, у нас нет. До людей до ближайших километра 4. Нормально. Классная вода. Ну, это не хочешь? Не, это не буду. Это какая-то сильно желтая. Ну, в общем, вот такой вот фильтр переносной аквафор. Довольно бодро качает. Все, спасибо за внимание и до новых видео.